День, уважаемые коллеги, видно ли презентацию? Да, видно сразу во весь экран. Во весь экран, да, видно? Все. Так. Да, листается. Так, декорация сакристии Сан-Марко в базилике Санта-Каза в Лоретто. Структура, архитектурные аналогии и особенности восприятия зрителем. Выполненная Мелоцци де Форли вместе с его помощником Марко Пальмицано в интервале между 1477 и 1493 годами роспись сакристии Сан-Марко базилики Санта-Каза в Лоретто является одним из самых впечатляющих образцов иллюзионистической живописи Кватроченто. Высоко оцененная еще современниками, она пережила настоящий пик популярности в XVI веке. Примечательно, что в это время ее чаще называли капеллой Мелоцци. Сакристия Сан-Марко – одна из четырех октагональных сакристий, возведенных в начале 1470-х годов по углам Средокрестия паломнической базилики Санта-Каза. В ее центре помещался дом Богоматери, согласно легенде, чудесным образом перенесенный ангелами в XIII веке в Лоретто. В сакристии Сан-Марко реализован наиболее сложный фресковый цикл. Анализируя его, Август Марзов первым соотнес изображение ангелов с орудиями страстей и тексты в руках ветхозаветных пророков на своде с нижним регистром. Через его арки зрителю должны были открываться сцены страстного цикла, каждая из которых соответствовала определенной смысловой вертикальной оси. Эти финальные события жизни Христа наиболее подробно представлены именно в Евангелии от Марка. В то время как в соседней сакристии святого Анна, расписанной Лукой Синьорелли, акцент сделан на призвании апостолов и их миссии. Глория Кюри связала программу декораций всех четырех сакристий с текстами Евангелий и предположила, что невыполненные росписи еще двух сакристий должны были быть посвящены событиям от Благовещения до поклонения волхвов в соответствии с их изложением Луки и общественным деяниям и чудесам Христа, описанным Матфеем. Неоднократно отмечалось, что Мелоцци в Лоретто одним из первых украсил свод как изображениями фигур, так и иллюзионистической архитектурой. При этом дар Мелоцци как перспективиста, оценен еще Джованни Санти и Лукой Пачоли, рассматривался в первую очередь применительно к передаче фигур в активном сокращении, как при взгляде снизу вверх, где соты инсу. Себастьяно Серлио в пассаже об уместности такого ракурса, особенно для изображения небесных созданий, в качестве примера приводил ангелов со свода сакристии Сан-Марко. Считается, что для их написания Мелоцци использовал зеркало и миниатюрные восковые модели, упомянутые в описи его мастерской в Анконе, прием, позже плодотворно применявшийся Якобо Тинторетто. При анализе архитектуры, созданной Мелоцци в пространстве сакристии Сан-Марко средствами живописи, исследователи подробно останавливаются на перспективных кессонированных арках октагона нижнего яруса, а также в весьма разнообразном и обильном декоре алянтика верхней части росписи. Чаще всего ее называют куполом, хотя даже с точки зрения архитектуры самой сакристии корректнее было бы говорить о сомкнутом своде. Но главное, при таком определении искажается суть всей написанной Мелоцци архитектурной структуры. Получается, что купол прорезан довольно большими трапециевидными окнами. Если такая ажурная структура приемлема для малых архитектурных форм из легких материалов, типа беседки, как, например, в Мадонне де ла Витория Андреа Мантенди, то выполненная из камня она представляется слишком тектоничной, даже фантазийной. Удивительно, но прочтение архитектуры, представленной на своде сакристии Сан-Марко как купола, встречается в подавляющем большинстве исследований, в том числе непосредственно посвященных рассмотрению написанной Мелоцци архитектуры. Приятное исключение составляют лишь работы Марии Пиа Фабри, напрямую говорящие об октагоне, и Штефи Рёдген, пишущие о прямоугольных окнах, что позволяет считать, что она прочитывает стены этой части как отвесные. Операции восприятия декораций свода сакристии Сан-Марко другими авторами могут объясняться психологической блокировкой анализа формы при виде воистину потрясающей по колориту исполнению фресковой росписи. Недаром Павел Павлович Муратов писал о Мелоцци де Форли, то был самый сильный живописный темперамент во всем искусстве Кватроченто. Второй, еще более вероятной причиной подобных операций является то, что истинный замысел художника становится очевиден только если встать в самом центре капеллы.
Именно такое положение должен был занять зритель, перед которым декорация сокрестия Сан-Марко раскрылась бы во всей полноте первоначального замысла. В него были включены сцены страстей нижнего регистра, из которых сохранилась, а по мнению ряда ученых, была завершена только одна композиция «Вход в Иерусалим». Пейзажные виды этого яруса, открываясь сквозь перспективно построенные и тем самым диктующие определенную точку для их восприятия, кессонированные арочные проемы, первыми должны были бы привлечь внимание посетителя, исподволь заставив его занять место в самом центре сакристии. Оттуда, подняв взор, он адекватно и во всей полноте воспринял бы иллюзионистическую живопись верхних зон. Лишь при взгляде из центра сакристии все устремленные к замковому камню свода элементы архитектурного декора с любого другого ракурса, прочитывающиеся как изогнутые, превращаются в прямые. При этом возникает иллюзия еще одного показанного в активном сокращении октагона, перекрытого разделенным на 8 секторов сводом. Его границы дополнительно акцентированы кольцом из херувимов. При переходе к зоне этого иллюзионистического свода изменяется и характер освещенности, она светлее, и рисунок архитектурных деталей, отмечающих стыки плоскостей. Это позволяет дополнительно разграничить ребра свода и пилястры октагонов, находящиеся на одних и тех же прямых. Написанная Мелоццо проекция октагона довольно точно повторяет вид на лантерну из центра подкупольного пространства Флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Возможно, Мелоццо, намекая на определенную преемственность по отношению к перспективисту Брунеллески, сам решил воспроизвести структуру светового фонаря, венчавшего прославленный купол Филиппо. Или же эту идею ему мог подсказать кто-то из флорентийских мастеров, работавших одновременно с ним в Лоретанском святилище. Например, Джулиано да Маяна, который не только выстроил в нем все 4 октагональные сакристии, выбрал для них вместе с братом Бенедетто скульптурный декор Интарсии, но и довел стены базилики до уровня купола. Сам же купол, будучи почти дословным повторением флорентийского прототипа, был завершен Джулиано да Сангало в мае 1500 года. Считается, что архитектура лантерны собора Санта-Мария-дель-Фьоре отчасти была проинспирирована драгоценной церковной утварью, кадилами и, также, что особенно важно, реликвариями. Примечательно, что именно в пространстве повторяющего фонарь Брунеллески октагона представлены парящие ангелы с орудиями страстей в руках. Таким образом, этот октагон или даже вся сакристия в целом превращается в хранящий и демонстрирующий эти особо почитаемые христианские святые реликварии. Кстати, круг из фигур ангелов напоминает разработанные Брунеллески подвесные конструкции, использовавшиеся при постановке священных представлений во флорентийских церквях. В целом, написанное Мелоццо сооружение, образованное высоким многогранником, обрамленным многогранником меньшей высоты и больше площади, напоминает другую постройку Брунеллески – ораторий монастыря Санта-Мария-дель-Анджели во Флоренции и последующие вариации предложенного в ней решения центрического сакрального здания, в первую очередь трибуну церкви Сантиссимо Аннунциато, также во Флоренции. С другой стороны, сама живописная архитектура Мелоццо могла повлиять на центрическое сооружение в обручении Марии Рафаэля, вслед за отцом, отдававшего должное творчеству мастера из Форли. Известно повторение фигур пророков из сакристии Сан-Марко, выполненной великим урбинцем, о котором Шмарзов писал, что он стоит на плечах у Мелоццо. Написанный архитектурный декор в сакристии Сан-Марко артикулирует разные зоны, соотносимые при движении взгляда снизу вверх со все возрастающей степенью сакрального. Вписанный в стуковый венок из листьев дуба герб заказчика кардинала Баса делла Ровера в центре свода воспринимается и как указание на самого Всевышнего, представителями которого на земле являются избранные члены семьи делла Ровера. Далее идут кольца херувимов, ангелов, пророков, и в самом низу изображение Христа в момент его земной жизни, в том числе в окружении апостолов. Таким образом, наглядно происходит эманация божественного через арки нижнего яруса, изливающегося в бренный мир и распространяющегося во все стороны. В начале XVI столетия капелла Мелоццо использовалась как зал капитула, поэтому включенными в этот семантический ряд
оказывались и собиравшиеся в ней представители клира. Символичная и распахнутость вовне нижнего яруса. Он представляет собой подобие открытой лоджии, из которой посетитель капеллы мог наблюдать за событиями священной истории, как если бы он был зрителем распространенных в то время религиозных театральных шествий. Отделенный лишь легко преодолимым парапетом, он фактически становился соучастником событий. Новаторство Мелоца де Фарли в декорации сакристии Сан-Мартра становится еще более очевидным при сопоставлении ее с расписанной Лукой Синьорелли в те же годы сакристии святого Иоанна. Последняя иллюзионистическая архитектура Алянтика лишь акцентирует границы живописных плоскостей, а фигуры евангелистов и отцов церкви в мандралах в секторах свода выглядят даже несколько архаично. Мелоци явно превосходит своего коллегу в написании пейзажного фона, в котором явно заметны нидерландские влияния. Занимательный пейзаж со множеством читающихся планов во входе в Иерусалим, визуально расширяя пространство небольшой сакристии, в то же время держит плоскость стены, в отличие от чрезмерно лаконичных природных фонов, написанных в соседней сакристии Синьорелли. Важно отметить, что Мелоци в своих фресковых циклах предстает не только как виртуозный колорист и опытный геометр-перспективист, но и как знающий свое дело зодчий. Создавая свою живописную архитектуру, он четко увязывает ее с реальными интерьерами, деликатно дополняя и преобразуя их. Создается впечатление, что Мелоци чуть ли не учитывает вес своих иллюзионистических построек, как если бы они впрямь были возведены в камни. Так аркада в сакристии Сан-Марко как будто гасит распор верхней части конструкции. А в своем последнем фресковом цикле росписи, полностью разрушенной в 1944 году капеллы Фео в церкви Сан-Бьяджи Джероламо Фарли, Мелоци создает иллюзию кессонированного и тем самым облегченного куполом. Повторяя в этой капелле опробованную уже в Лоретто схему с 8 сидящими фигурами у основания свода и кольцом херувимов в его наивысшей точке вокруг герба заказчика, он дает совсем иное архитектурное решение. Если в замкнутом восьмигранном объеме сакристии Сан-Марко, прорезанном лишь небольшим окном и входной дверью, иллюзионистическое продолжение октагона было уместно как с формальной, так и смысловой точки зрения, то обладавшая лишь одной цельной стеной, квадратная в плане частная капелла Фарли требовала совсем иного, более легкого декора. Возможно, учтя уязвимость схемы с иллюзионистическими отвесными стенами, адекватно воспринимаемыми лишь из центральной точки капеллы, художник отдал предпочтение оформлению купола из расположенных друг над другом рядов уменьшающихся к центру гексагонов, промежутки между которыми были вписаны ромбы. Такие кессоны нивелировали искажения формы, возникающие при восприятии купола с разных ракурсов, и позволяли визуально увеличить его высоту. Порядок расположения гексагонов, возможно, был подсказан куполком портиков флорентийской капеллы Паци, с тем отличием, что там их место занимали круги. Как бы желая показать толщину стен, Мелоци пишет на парусах шестиугольные проемы, в которые помещает изображение ангелочков. Между сакристией Сан-Марко и капеллой Фео можно было бы рассмотреть еще один памятник – роспись свода хора церкви Сан-Джованни Батиста Фарли. На этом своде Мелоци в перспективных сокращениях также изобразил фигуры пророков и пути с книгами и музыкальными инструментами в руках. Но хор был разрушен капуцинами еще в 1651 году. Краткое описание, составленное Франческо Сканелли, не позволяет реконструировать его архитектурно-живописный декор. В пространстве сакристии Сан-Марко в Лоретто, перекрытое восьмисекторным лотковым сводом, Мелоци оказался перед более сложной живописной задачей, чем его предшественник Андреа Монтенье, написавший окруженный цилиндрическим парапетом окулис в центре лишь немного выгнутого потолка камеры Делли Спози в Кастелло де Сан-Джорджо в Мантуе. Успешно справившись с этой задачей, Мелоци проложил дорогу для квадратуристов последующих столетий. И хотя Джорджо Вазари невольно преуменьшил заслуги мастера из Фарли, посвятив ему лишь абзац в конце жизни описания Беноццо Гоцци и, видимо, считая его лоретанские фрески работы Пьера делла Франческо,
Именно он, следующим за Милоца, написал иллюзионистический октагон на криволинейном церковном своде. Это была непосредственно примыкающая к лантерне верхняя часть росписи купола Санта Мария дель Фьоре с 24 старцами апокалипсиса. Эта работа стала лебединой песней в Азаре. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Катя.